Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. Зайдем на тренировку и заберем наш отряд. Завершить, ясен перец, завершили. Так, арена. Запрос, получаем с тобой 21 призрака. И плюс ко всему у нас ползун. Так, хилочка, тигр, ядерный робот и 15 тысяч золотых монет. Ну что, давай быстренько пробежимся еще. Квест завершен, зритель. Окей. Так, ну слушай, уже 54 уровень, как-никак. Так, слушай, секундочку, давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем следующим образом. Я возьму вот этот отряд. А тот мы сейчас отправим опять куда? Естественно, тренироваться. Он пойдет у меня на тренировку. Так, 54 уровень. Ну, я думаю, что голему и ниндзя, в принципе, все равно будет на изи. Их разобрать, сейчас проверим. Ну да, по одному удару и... делов-то на копейку. Ты смотри-ка, а. Застанил. Ну, вот и все. Вот быстренько мы с тобой и пробежали. Так, продолжить это мне не нужно. Кстати, давай посмотрим, что у нас сегодня на ежедневном событии вообще происходит. Жнец. Так, карточки на жнеца. Это, кстати, очень редко, когда присутствует босс. Ну-ка, давай глянем мою армию. Берем нежить. И, как мы видим, жнец у нас не прокачанный. Поэтому есть смысл пройти это ежедневное испытание. Ну что, поехали. 23 жнеца у нас разыгрывается. Однозвездочный сотого уровня. Так, а в чем подвох? Ага, я понял, в чем подвох. Так, я, наверное, возьму... Блин, что лучше взять? Притягивание, наверное, возьмем. Ладно, раз, два, три и, наверное, четыре. Хотя привидение. Наверное, вот так вот все-таки сделаем. И пятый это будет у нас зомби с надгробием. Так, ну, тут друидка, не забывай. Пускай у нее хоть одна звезда, но сотый уровень, так что... Не сильно, так говорится, расслабляемся. Так, сейчас быстренько с тобой накопим. Я, наверное, выпущу первым нашего прыгуна. Перепрыгнет он этого паладина. Нет, не перепрыгнул, к сожалению. Вау, зато видел, что он сделал. Всех накрыл, всех нагнул, причем сразу же. Жрец. Ой, жрец, елки-палки. Ну ты понял. Так, а что там, что там башня хотела сделать? Я так и не понял. Она что-то сыграла, но по идее она должна была навешивать на юнитов отражение, урона. Так, 23 карточки жнеца, это всегда приятно. Это четверть соточки, ты понимаешь, да? Так, ну что, тут то же самое, ребят, я ничего менять не собираюсь. Берем так же, как у нас было сюда. И ядерный робот даже, наверное, здесь и не понадобится. Ой, ядерный... Что я несу, ребят, это недосып. Не ядерный робот, а зомби-камикадзе. Конечно же, какой-то. Так, служитель тьмы, слушай, он у нас тоже еще не прокачан по фулке, я тебе вот что хочу сказать. А это надо делать. Потому что когда он по фулому раскачан, именно имеет 5 звезд, это вообще топчик. Прыгун, ну чё? О, красавелла, смотри, смотри, смотри. И лучницу эту повредил, которая там выходила. Так, сейчас смотри. Видишь, он сотого, ребята, уровня. Сотого уровня. Но с одной звездой, я имею в виду паладин. И урон у него никчемный вообще. Потому что у него скиллы слабенькие. А у нас сотого уровня, да плюс фул прокачка. Естественно, они тут, будь здоров, что и вытворяют. Так, ну что, последний бой. Это все ради жнеца. Я, наверное, возьму все-таки башню вот эту. Так, так, давай возьмем зомби с надгробием. Ну, я немножко удивлен, конечно, что зомби, какой-то маленький несчастный зомби, практически наравне дрался с паладином. Это смешно. Ну, а что поделаешь. Не я выставлял такие условия, не я. Так, 250 накапливаем. Выпускаем сразу нашего кракена. Да? Нашего прыгуна. Выпускайте кракена. Пошел, 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 пошел. Оп. Но тут уже без истерики, к сожалению.
Угу. Так, я, наверное, успею все-таки призвать зомби с надгробием. Только фаербол выпустил. Но, в общем, победа здесь за нами. Фул награду мы получили с тобой за это испытание ежедневное. Так, арену мы с тобой прошли. Единственное, что нам сейчас нужно сделать, это отправить, опять же, отряд на прокачку, на нашу тренировку. И, кстати, надо посмотреть, сколько у нас уже с тобой. Ну что? Смотрим. Подожди-ка, я что-то не понял. 35 карточек. Что-то маловато как-то дают за одну тренировку. А сколько идет за одну тренировку? 15. 15 карточек. Ну, отсюда и делай выводы, сколько нам нужно с тобой сделать этих тренировок, чтобы прокачать Суню-Куня до 100 уровня. Так, здесь ничегошеньки. Так, подожди, а вот тут что нам нужно сделать? Повредить 5 воздушных единиц с помощью Суню-Куна. Угу, понял. Ну что, друзья мои, в бой, в поединок. Мы с тобой как раз на Нефритовой долине остановились. Ой-ой-ой-ой-ой. Ронин здесь. О, Ронин. Ну, с Ронином шутки плохи на самом-то деле. Поэтому, как всегда, сейчас вылетит. 100% вылетит, как пуля. Нет? Да здравствуйте, приплыли. Вот-вот-вот он вышел. А, мы его подбили. Сосунок. Ронин сосунок. Ну, Палыч, конечно, справляется здесь довольно легко. Давай-давай-давай, паладин. Замок, замок, замок рушим. Есть такое дело. Ну что, наша первая победа здесь. Так что не расслабляемся, двигаемся дальше. Не сбавляя темпа. Твою дивизию, не сбавляя темпа. Как этот тигр, а? Кстати, я его сам давно не брал уже. Но почему-то, когда я его беру, он мне не нравится. Он ватный, ребята. И душа тигра срабатывает очень-очень-очень-очень редко. Вот это хорошо, что он, кстати, просто вышел. Я тут разговариваю с вами, а в этот момент вышел Ронин. А если бы он побежал бы, ты же знаешь прекрасно, что было бы. Угу. Второй раз Ронин у него выходит налегке. Что очень великолепно. А вот и тигр. Давай-ка мы так сделаем. Молодец. Так, прижучим их к стеночке всех. Оп, Ронин вышел. Жит, и распилили мы его. Ну а дальше все будет легко. Почему? Потому что, ребят, я вызываю друидку. Я вызываю молотильщика. И я делаю вот так вот. Красиво? Конечно, красиво. Плюс еще ускоряшка. Так, тигр опять очередной раз выходит. Ну, когда друидка выставляет свои тотемы, хилищи и тому подобное, тут, конечно же, врагу делать вообще ничего, абсолютно. Смотри, мы все отхилялись, все здоровье себе. И еще при этом замок уничтожили. Так что изумительно идем. Так, давай двигаться дальше. У нас предпоследняя миссия здесь. Вуджен. Ё-моё. А вот тут я даже не знаю, что сделать. По идее, как быть-то, а? Твою дивизию. Ну, не знаю, ребят. Я, конечно, вот этот отряд бы взял, наверное, потому что против Уджена. Ты уж меня извини. Надо как-то очень быстро и эффективно справляться. Во-во-во-во-во, давай, Ронин. Опа. И наяривай. А, сразу в камень, да? Естественно, испугался. Хить-хить. Ронин, молодец, красавчик, не успеешь. Вот так вот.
Давай, расколбас, поехали. Опа. И все. Да, все. Быстренько, конечно, разобрались. И последний, заключительный этап. Бог ветра. Кто-то мне, кстати, писал в комментариях: Рэй, почему ты не берешь бог ветра? Ребят, потому что он не прокачан у меня, поэтому я его не беру. Вот и все. Был бы прокачан, конечно, бы я его взял бы. Слушай, повезло, я уже думал, сейчас если выбежит, то я ничего не успею сделать. Видишь, он очень быстро двигается. И очень огромный урон наносит при вот своей первой этой попытке. Не-не-не-не-не, Ронин, тут уж ты. Так. Ну, чумная, давай, есть, молодец, красавчик. Что это у нас тут вышло? Вышло чудо огородное. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это уже плохо. Так. Все? Да шмыкался? Ну, Рони, ну... Давай, чумнуха, подбивай его. Хыть-хыть-хыть-хыть, выходит от неврастенник. Ну? Так. Хоть-хоть ты будешь делать в другом месте. Как меня этот тигр вымораживает, а, ребят? Я тебе серьезно, просто вымораживает. Давай, нормально. И все. Все, ребят. Последний удар был эффективный. И, слава богу, он за это время не успел призвать еще одного бога ветра. То есть мы прошли. Прошли, забираем свой сундук. И тут у нас собака, пес храмовый и черепаха. Опа, а вот у нас и портал. Грифончики мои, вот это хорошо, ребят. Так, НЛО. И завод. Ну что, мы идем с тобой на следующий портал. Территория роботов. Так, ну здесь можно, наверное, и вот этой командой. Территория роботов, да? Я удивлен, что здесь не молотильщики выходят, а немножко другие. Здесь щитобот. Угу. И... Как она? Я же забыл, как это... Агрегат-то величать. Прикинь, я забыл, как звать этот агрегат. БФГшка, вот как. Этот агрегат звать БФГ. Ху! Не, ну, что ни говори, все-таки щитобот — это очень крепкая боевая единица за свои 100 единиц энергии. Круче его, наверное, нету никого здесь. Ну, не хватает, ну, если брать, правда, по скорости, самую быструю и наносящую дамаг, то это можно взять... Наверное, ползуна. А если брать именно массового поражения, то это, скорее всего, зомби-камикадзе, который входит в толпу и взрывается. Так, ну что, мы двигаемся дальше. У нас второй этап. Здесь. А вот и молотильщик. Хотел молотильщика, вот и получи. Хотел молотильщика, вот и получи. А здесь будет очень хорошо и эффективно действовать у нас всадник на журавле. Потому что здесь ему никто ничего не сможет сделать. Угу. Так, давай так сделаем. И вот так вот. Сейчас уничтожит, конечно.
Вот это, конечно, то, что он отпрыгивает. Всадничек. Отлично. Вот так вот пробиваем одного за другим. И мы уже с тобой возле замка. Ха. Возле замка, давай-давай. Бомбим. Отлично. Еще и ураганчик нам выпал. Давай, там чуть-чуть осталось. Все. Ну, эффективный отряд. Тут уж ничего не поделаешь. Так, у нас третий этап. Бомбер. Ну, я, наверное, вот этот возьму отряд. Хоть мне здесь бомбер не очень нравится, но мне нравится здесь фехтовальщик вот в этом отряде. Он прям вообще топово бомбит. Ну, он сейчас бомбера вызовет, по-моему. Поэтому нам, наверное, Джиггернаута позвать надо, да, или как? Ха! Прикинь, он даже не смог уничтожить сразу же мне. Так, давай-ка я, наверное, Грифона буду копить уже. Когда у меня Грифон прокачается? Кто мне подскажет, а? Я хочу его прокачать. Все, он допрыгался, кузнечик. Вот это вот бесява. Когда он попадает, он просто уничтожает наших дальнобойных юнитов. Это что там за дела такие, я не помню. Почему это вдвоем, они в отключке? М? А ну-ка, клетку. Ну давайте, давайте, ребята, чего там как-то напряженно бомбить-то? Все, взорвали. Блин, Грифон не прокачанный, как-то некрасиво он смотрится, да, без прокачки. Мне не нравится. Как-то никудышно. Хиллбот. Вот это, не начинаются проблемки у нас. Хиллбот этот сейчас будет щитоботов, как всегда, залечивать. Поэтому здесь сразу же, мне кажется, нужно брать... О, нет. Нет. Давай, Джиггернаут, выходи. С одной плюхи сразу вырубает. А вот теперь вот так вот. Че он там ускорился-то так? На тебе. Да. Терпеть этого не могу. Видишь, он успевает захилять, ребята. Он захиливает, причем офигительно. Смотри сам. Клетка нам нужна здесь. Эй-эй-эй! Клетка! Так, хорошо. Пробились. Опять же, здесь очень нам хорошо помогли грифоны. Своими вот этими криками. Так, ускоряха. И жнец. Хотя он здесь уже и не нужен, в принципе. Но я его так позвал, мало ли что. Всякое же бывает, да? Погнали дальше. Последний этап. Здесь босс ядерный робот. Не будем брать свой имбовый отряд. Я думаю, здесь справимся сами. Такой завод химический там. Ядерный завод, да? Тут химические отходы, все. В трубах каких-то гнилых, бочки ржавые. Видишь, что он сделал? Он призвал щитобота, следом идет у него хиллбот. И я сейчас, знаешь, что хочу сделать? И я, наверное, сделаю. Вот так. Угу. Давай, 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 армия тьмы.
Пошла. Чего это? Что это сейчас? Это что такое сейчас было? Не понял я маленечко, что сейчас было такое. О, ядерный робот, ребята. Кого ты взял-то? Давай, фехтовальщик. Вот, ребята, фиг знает первый раз, за сколько времени я его увидел. Идет, идет, идет. Нельзя нам позволять, чтобы он разложился возле нашего замка. Мы ему быстрее подбили. Тысячу лет его не видел, и вот на тебе, увидел я его. Так, у нас здесь ядерный робот. Ну что, долина подданных, собственно, персонный фехтовальщик плюс мечник. Окей. Фехтовальщик и мечник. Ну, у нас фехтовальщик будет, естественно, первым выходить. Под 150 сразу же пошел. Так, а нам нужно 250. Оу. Ну так-то чё уж тут, понятное дело, тут забомбашился. Давай, родной, уходи. С плюшки, да? С плюшки, конечно же. Пошли, родные, пошли в разнос. Так, клеточку им на дорожку, оп. И все. И сидите, грустите. Нормалек. Давай, баллиста, там не подводи сзади. Строчи, как пулеметчик. Как пулеметчик Джо. Ураганчик, деньги. Я обожаю, когда ураганчик сработает, они в стане все стоят, да? И в этот момент просто начинается тотальное уничтожение противников. Плюс я еще вызываю. Оп, клетка ловит башню. И все. И победа. Так, второй этап. Второй этап. Здесь... А что здесь? Копейщица прибавляется. Я вообще копейщицу не считаю за какого-то там... Даже не то, что супер, какого-то бойца среднего класса. Я... Ничего такого в ней страшного не вижу, скажем так. По мне, фехтовальщик даже будет, наверное, хуже, чем эта самая копейщица. Ну, давай, давай, родные мои. Жить. Отлично. Баллисту. Так, клеточку. Что-то клеточка вроде бы как сработала, но немножко не там, где надо. Угу. Давай, 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 пробиваем. Плюс у нас заморозочка. Оп. И все. И стоят на приколе, ребята. Давай еще одного джиггернаута. Да сколько фехтовальщиков там не дойдут. Одна карточка с двух. Нет, это, конечно, хорошо, но... Почему они также мне не дают в свое время грифона, который мне очень нужен. Я не знаю, когда мы его накопим такими темпами. Мне кажется, надо их отправлять на обучение всех. Так, ну что у нас там? Кончилась энергия, да, на этом отряде? Ладно, кончилась здесь энергия, так у нас тут есть еще. Да? Почему бы и нет? Мечник, лучник, мы этих всех... Причем вот эти вот сзади картинки, ребят, больше подходит под каких-то викингов. Кстати, вот в эту игру можно было бы действительно воткнуть какой-нибудь класс викингов, да? А что, было бы прикольно. Так, стоям бы. Тут, конечно, разбор-то сейчас будет быстрый. Я тебе скажу. Так, молнии. И хоть бы одна попала, да? Нормально. Оп, заморозка. И все. Прижучили мы их. Просто прижучили.
Там еще и толкатель идет. Болотная лихорадка. Квест у нас завершен. Почему болотная именно? Вроде как не на болоте, да? И, да, разбомбили. Разбомбили мы замок. Так, что у нас тут? Хоп и хоп. Двигаемся дальше. Предпоследний этап, блин. Так, здесь бродяга. Мальчик-бродяга. Что же ты ищешь, да? В этой забытой богом стране. Поехали. А зачем я так... Зачем я так делаю? Он же... О-о-о-о. Че это я все поперепутал-то? Ладно. Жит. Распилякали мы его к ядрене фени. Угу. Давай вызовем всадничка, наверное. Хе-хей, серьезно, что ли? Я-то думал, а мы его взяли, просто притянули и уничтожили. Именно бродягу. Прикинь, вот идет, да, копейщик. Рядом вот такой вот всадник на журавле. И он до него не может дотянуться. Копейщиком-то разочек кольнул бы, и все. Но нет же, он типа до него достать не может. Смешно, конечно. Так, ну что, тотальное уничтожение у нас получается замка. Забираем это все. Ну там чуть-чуть остался. Давай, 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 давай. Прекрасно. Ну а у нас последний этап, по-моему, здесь, да, уже. Кто босяцкий, покажите. Так, а босяцкий здесь будет король. Ну, в принципе, он как бы не особо страшен, но, тем не менее, ребят, я все-таки возьму топовый свой отряд. Потому что у него больше всего энергии, поэтому пришлось его здесь заюзать. Мы же с тобой пытались как-то вызвать, да, ведьму? В первом вызове, сразу же, да? Попробуем сейчас еще разок. Так, лишь бы накопить. Да, в принципе, накопим. Все. Эй, какой все-то? Я не туда нажал, ребят. Я не на ведьму нажал, я нажал дальше на энергию. Вот сглупил-то, а. Так, сейчас посмотрим. Кто там босс, король, да? А он уже вышел, собственно, персоны. На. Ого. Вот это король бомба. Ты видел, сколько Сундара отнял половину здоровья у моей ведьмы? Вот так-то. Вот тебе и король. Шуршит, шуршит, родной мой. И все. И здесь победили мы. Так, ну что, забираем сундук. Ага. И переходим с тобой на территорию нежити. Территория нежити, давай посмотрим. Так, здесь энергии нет, к сожалению. Так, здесь одна, здесь две. Оу. Некро. Так, ну тут ясен перец, надо будет сразу вызывать голема. Блин, как же здесь будет сейчас тяжело. Сейчас это некро еще со своими зомби. О, сейчас будет жесть. Она еще вызывает их без остановки просто. Вот что с ним, вот смотри, вот что с ним случилось, ребят. Что за паралич, которого я не знаю, такого не было раньше. Чтобы просто... Вон, он стоит и все, ребята. И ничего не делает.
Погиб он, что ли, так умер? Я не понимаю, что происходит здесь. Просто загрустил мой голем там, получается. Так, ладно. И все, и он оклемался. Как замок мы побили, он оклемался сразу же. Интересные дела происходят здесь. Очень интересные. Так, ну, ой, тут чумнуха еще прибавляется. Ладно. Будем бороться. Некро плюс чумнуха. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а ниндзя, наверное, не справится, да? Справилась. Справилась не только с чумнухой, еще и с зомби умудрилась. Красавка. Ага. Так, некро, 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 бомбим. Странно, а кто молнии? Я молнии не запускал, друзья мои. С какого перепуга они вдруг сработали? Что происходит? Не же взял под контроль мой аккаунт. И сама играет за него. Интересно, ладно, так. Что у нас здесь? Взрывной робот. Ой, робот, зомби. Ну, зомби-камикадзе я его в простонародье называю. Так, сладушки. Ну, против него очень хорошо и быстро, и эффективно действует ниндзя. Она его уничтожает до того, как он... Вот то, что кислоту оставляет он, это да. Ну, ты сейчас скажи, что ниндзя не имба. Одна справилась практически тут с половиной армии. Так, выпускаем молнии. Погнали. Ну, тут вообще топчик, смотри. Быстро как-то, да? Вообще быстро разобрали мы их. Так, предпоследняя. Единственное, что вот у нас с энергией. С энергией проблема, ребят. Так, ну-ка. Здесь есть одна энергия еще. Квест завершен, тактик. Ну-ка, дай-ка, если я попробую сейчас вызвать, например. Надо было паладина вызывать. Хотя, нет, так нормально. Проигрывает, проигрывает моя чумнуха. Ой, моя чумнуха. Мой всадник на журавле. Смотри. Да что же делает это некро с моими... Ты посмотри, опять. Я не пойму, хоть ты что тут делаешь. Что происходит, ребят? Причем он не умер, у него есть жизнь. Вот сейчас вот он умрет. Странные, конечно, происходят дела здесь. Очень странные дела происходят. И опять паладин завис. Да. Необъяснимо, но факт. Ты посмотри. Его скрючило, и все, ребята, он ничего сделать не может. Такого раньше я что-то не видел. Вообще не было. Причем это от некро. Именно некро делает. То ли она сама, то ли она своими скелетошами, которых вызывает, непонятно. Я не могу тебе объяснить, потому что, ну, раньше такого не было. Раньше я думал, что это мне, может быть, кажется. Но на самом деле ты сейчас тоже видел, что это не кажется, так оно и есть. Что действительно их вгоняет в ступор. И он не умирает, он просто ничего не может сделать.
Как будто лаганул, знаешь, или баганулся. Интересно. Так, подожди, а, это уже у нас топовый отряд, да? Ну да, топовый отряд, поэтому здесь можно взять вот так вот. Вызвать Чумнуху для начала, вызвать Ронина. Вот это было зря сделано. Сейчас обоих, да? Нет. Прыгун, слава богу, успел перепрыгнуть. Красавчик. Да ты серьезно сейчас? Ну, по вам, ребята, ведьма плачет тогда. Подожди, какая ведьма? У них кто там босс? Не надо. Не надо здесь. Вызвал он меня сюда. Жнеца. Ну, мы его, слава богу, разобрали. Есть. Развалили мы ему замок. Так, забираем сундук. Сундук нежити. И здесь у нас банши и зомби с надгробием. Вот смотри, зомби с надгробием дают. Почему не могут они дать также Суни-куни? Неужели так тяжело? Кстати, энергия появилась, да? Энергия появилась. Так. Здесь нету. Здесь тоже пока нету. Давай вот этот возьмем отряд. Так, что у нас тут? Ой-ой-ой. Давай, родной. Так, и что у него там еще? Тигр, да? Вот тигр, паладин почему-то, ребята, проигрывает тигру. Я заметил. Вышел. Есть что творит? И только всаднику на журавле по барабану на этот дух. Предсмертный хрип и тому подобное. Ну, тут победа. Безоговорочная. Тут безоговорочная победа, и мы с тобой продвигаемся дальше. Энергии, конечно, мало. Мне бы, конечно, вот этот отряд приберечь для того, чтобы он должен уничтожить или нанести повреждение трем улетающим юнитам. Не уничтожить, а именно просто повредить. Хотя бы попасть. Вот такие вот пирожки. Ну что ты, ну ё-моё. Ну, Ронин. Ронин Кульвонин. Окей. Так, наяривает. Да куда ты? Куда ты, родной, выбежал? Через отражение мне вообще нравится, когда они сами себя убивают. Так, тигр. Ты тут как бы вообще неуместен. Прыгун. Вот в этом отряде мне еще нравится. У нас все есть. У нас есть дамагер. У нас есть юнит, который может перепрыгнуть препятствие, например, того же самого терракотового воина, да, и пойти дальше по своим делам. Вот вообще идеальный, конечно. Остальные все не очень там. Типа бродяги или хищница. Они не могут себе такого позволить. Так, ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Да. Че, Ронин теперь тут на постоянной основе, что ли, прописался, я так понимаю? Или чё? Вот и все, вот и фейл, ребят. Ханорик-то несчастный, а. На тебе. Ну тут понятно, тут фейл, ребят. К сожалению.
Да, тут можно ускоряться. Да, мы уничтожили, но нанесли нам повреждения, поэтому... Почему я прохожу все на 3 звездочки, ребята? Ну, для того, чтобы получить в конце награду с телепорта. Только лишь для этого. И энергии-то больше нету. Только здесь. Но я не знаю, что мы тут можем сделать. Если только самурай заплачет. Самурай, заплачь, пожалуйста. Фиг там он заплачет. Давай, Сунь-кунь. Ну вот, хотя бы так. Обиженный пошел. Ронин, 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 ну что ты делаешь-то? Корни. Да. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, секунду, сейчас попробуем этого позвать. А? Дедулечка. Давай, дед. Погнали. Хе-хей. Ну все, дед. Разошелся там, не на шутку уже. Круто. Да, дед, это мощная машина для убийства. Домашнее преимущество завершено. Это что такое за домашнее? О! Это вся энергия восстанавливается, да? Нет. 20... Оу! Ты видел? Дали 2 Сунь-куна. Это круто. Так, и здесь еще. Смотри, еще 4 Сунь-куна дали. Плюс опять максимальный заряд энергии. То есть у нас опять все, ребята, обновилось, откатилось. И можно еще заново проходить. Блин, ничего себе, круто. Ну что, друзья мои, давайте мы с вами на этой ноте сегодня закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.